Друзья мои, всем огромнейший привет! С вами Елена и добро пожаловать на мой канал. Вы не поверите, но сынок у меня уехал на соревнования в Ачинск. Я тут на его маленьком скрипучем стуле. И хочу наконец-то, пока его не было, он мне не разрешал это все разбирать, да, но очень много вижу хлама. Очень много пыли, поэтому сейчас буду разгребать все вот отсюда, с этих ящиков. В общем, ждала-ждала, так я и его не могу дождаться. Так, там тут угол обоев. Не знаю, друзья мои, нынче все-таки доберемся или нет до ремонта. Все-таки хочется ремонт, но ссуду. Платим ссуду, и пока, в принципе, как я и говорила, и говорю, что на ремонт конкретно никакую ссуду мы брать не будем. Ну, на машину, если да, а на ремонт нет. В общем, вот такое вот состояние. Хочу вот это вот и матрешку куда-то прибрать. Это еще новогодняя тематика, все не разрешал. Но хочу все-таки вот это вот все прибрать, подубрать. Вот это вот маленько розовый этот цвет. Все, что стол этот был дочери, да, тоже. Ну, вместе они делили все-таки. Хочу маленько подразобрать и мальчику, подростку, да, чтобы все здесь было красиво и аккуратно. В общем, оставайтесь со мной по мере того, как буду все выгребать, все вытаскивать, все протирать. Конечно же, буду вам показывать и буду с вами делиться. У кого также есть дети, школьники, присоединяйтесь. Пятница вечер. Добро пожаловать на мой канал и начинаем. Сейчас разбираю, расхламляю тетрадки. Но те тетрадки, которые вот действующие, да, я абсолютно их никак не трогаю. Да, те, потому что боюсь, что прибежит и начнет кричать. Вот так, друзья мои, я вам не показывала, да, конец у нас учебного года. Вот так мой сын на сегодняшний день, ученик 8 Б класса, вот таким вот образом учится. Я считаю, что неплохо, я считаю, что нормально для мальчика, это более чем хорошо. В общем, все, которые листочки, да, я не трогаю, дабы боюсь, что накричит, наорет, а это так и будет. Так, дневник маленечко в стороночку, общие тетради, то есть листочки отдельно, тетрадки те, которые общие. В общем, листов еще одно будет расхламление, но это уже по концу, конечно, учебного года. Это уже, думаю, прямо с сыном. С сыном это все будет. В общем, те тетрадочки, которые действующие. В общем, друзья мои, сейчас разберу. И первые две полочки уже, в принципе, сразу протру. И готова уже показать. Не две, может быть, возможно, даже три полочки. Готова уже буду показать, каким образом они смотрятся. Оставайтесь со мной. В общем, ну вот как сейчас выглядит пока вот эта половиночка. Да, у нас там еще ни пыль, ничего не протирала. И даже, друзья мои, еще не расхламляла. Сейчас моя задача вот здесь вот до конца. В общем, учебники протерла пыль. Тетрадочки постаралась, по крайней мере, справа. Да, получается, тетрадки, которые действующие и тоненькие, плюс листочки сохранила, оставила, не трогаю, плюс тетради, которые действующие, а с левой стороны тетради,
которые чистые, еще чистые. Здесь также пока ничего не трогала. Здесь и рамочки. Здесь у него, в общем, весь материал, который ему нужен и который ему необходим. Здесь, значит, у нас эту коробочку пока тоже никак. Здесь у него и наушники, и какие-то тут тоже листочки. В общем, ближе к лету, когда закончится у нас школа, и будем уже разбирать на капитальную. Сейчас только разбираю, и это, друзья мои, мое видение. Здесь влажное у меня полотенце, да, которое, ну вот разовые, помните, да, с Фикспрайса. И еще, друзья мои, он тут участвовал. Значит, такой международный есть игровой конкурс по естествознанию. Наверное, все знают, да, у кого ребятишки, человек и природа. И здесь, в общем, выиграл. Здесь получается открыточка. Здесь сам сертификат, что участвовал, количество баллов, место в школе, место в регионе какое. Ну и сама вот такая вот тетрадочка. Человек и природа, где здесь получается, ну вот такая вот обыкновенная тетрадочка в клеточку, где здесь вот такой вот замечательный, да, вот здесь вы видите лисенок. Ну, собственно, мелочь, да, а приятно. Очень даже приятно. Ну, в общем, друзья мои, сейчас моя задача. Дальше разбираю шкафы. А, и еще хотела показать. Смотрите, мой диман, да, Плюшкин и Куркуль, видимо, все в одном лице, одно и то же. Да, ручек все ему и мало, и мало, и мало. Да, это пенал, я не помню, с какого класса сейчас он ходит. Да, с небольшим таким, ну, понятно, растет, но вот это вот его ручек мало и мало и мало, надо больше. Вот такое количество ручек, которые, как он, ручки готов брать каждый день. И новые, мама, ты бери мне ручки, хотя ручек на самом деле, ну, более чем достаточно. В общем, друзья мои, я продолжаю дальше. В общем, по ящикам, друзья мои, тут более-менее все стабильно. Думала, что будет вообще все печально. В общем, в ящиках был, ну, понятно, вот такой вот беспорядок. Я сейчас это все приберу аккуратненько, да. И пройдемся маленько. Мне хотелось бы вам показать, да, здесь альбомы моих выпускников, да, моих детей за разные года. Пройдемся, покажу, вспомню такие приятные, хорошие воспоминания. В общем, ну, вернемся к ящикам. Здесь более-менее все хорошо, стабильно. Здесь у него черновики плюс аккуратненько сложены, да, здесь фломастеры, карандаши. Здесь у него какие-то, в общем, получается, диски. Когда смотрит к дискам, уже, в принципе, сейчас есть интернет, да, к дискам никто сейчас и не возвращается. Здесь, получается, у нас для обложки, для тетрадей, для учебников, да, и последний ящик. Здесь также все аккуратно и хорошо. Это тетради. Тетради еще, получается, да, еще Викульки, да, моей дочери, когда она еще училась в школе, да, по одной простой причине, что не выкидываю пока что, да, потому что сыну еще учиться 3 года, вдруг понадобятся тетради. Поэтому вот такая ситуация, друзья мои. Все пока стабильно. В принципе, еще, ну, расхламить, да, посмотреть к воспоминаниям, вернуться. Ну, осталось и плюс
протереть те все, получается, по верхам и верхние полочки. Ну вот, друзья мои, сейчас я здесь маленечко подприберу и вернемся, покажу вам альбом. Ну что, друзья мои, давайте со мной полистаем маленечко альбом моего сына. Это детский сад еще. Ну, тут ребятишки, маленечко, чуточку к воспоминаниям, выпуск 2013 года. Еще так, где он здесь у меня? Вот он, красавец, красавец, ушки, видите? Так, ну и диплом выпускника, как всегда, детского сада. Такие сейчас. Хорошо, что села маленечко прибрать, кое-что расхламить. И здесь уже получается такой вот пухленький. Это уже четвертый класс. Четвертый класс. Учительница первая моя, первый Б. Школа номер 5. Вот он мой ученик. Сейчас высоченный у меня Диман, 1,82 м. Это какой пришел в первый класс и какой уже закончил, друзья мои, четвертый класс мой сынок, четвертый Б класс, 2017 год. Здорово, такие приятные воспоминания. 2 года назад этот мальчик, катаясь на сноуборде, разбился, и все. 2 года назад уже как Олега нет. Веселый, задорный мальчик. Вот такая потеря в нашем классе. Диплом также за хорошую успеваемость. Сынок у меня получил, хорошо учился. Ну и дальше пошли такие грамоты. 5-й Б класс в номинации. Девочки выбирали за победу в номинации самый дисциплинированный. Представляете, да? Вот. Сынок, здесь он отдыхал в Красноярском Загорье. Сейчас попытаюсь сама. А вот Лика отсвечивает, вот стоит. Это у нас август 2019 года. Ну и здесь дипломы, похвальные листы за успехи и так далее. И тому подобное. Викулька у меня всегда участвовала в муниципальном конкурсе «Ученик года», как всегда была культурология, потому что она поет, девочка, у меня дочка, поэтому в сообществе я выставляла уже моей дочери 20 лет, сыну 15 лет, показывала, да, видео маленько. Так, это уже 11-й класс. Ну и альбом дочери моей, 9-й класс. Такой вот красавицы. Это учитель их, Шкаренко Надежда Васильевна. И вот она сильно. Буду вот она. Она дочка. Это 9-й Б,
девятый Б класс, также грамоты за хорошую учебу, за хорошую учебу и успешную сдачу государственных экзаменов. Еще была директор школы непомнящая Галина Петровна, также царство ей небесное, так это выпуск. Ну и благодарственные письма, это от Дома культуры, да, за активное участие, за творческую деятельность в номинации участница вокальной группы «Камертон» и так далее. Здесь, где она пела. Доченька, доченька моя участвовала и в качестве ведущей. В общем, вот. И здесь синяя птица. И, в общем, много-много где участвовала. И также, значит, Единой России благодарственное письмо за хорошую учебу, похвальный лист за отличные успехи в учении и, конечно же, благодарственное письмо родителям за воспитание дочери, ответственного отношения к учебе и порученному делу труду, творческой деятельности, главных качеств личности, порядочности, самостоятельности, целеустремленности, за верность школы, высокую родительскую ответственность, создание благоприятных условий для развития классного коллектива, постоянную готовность прийти на помощь учащимся, классному руководителю и школе. На тот момент, в 2019 году, уже директором была Светлана Валерьевна Целитан. Так, это у нас 9 класс, ну и, конечно, 11. Как красиво, вот согласитесь, друзья, как красиво. Форма белоснежная, очень красиво. Мой выпуск. Все в моем 11 классе. Мои одноклассники, мои учителя, лучшие друзья и мои фото, ну, наши учителя, да, включая классного руководителя. Сами здесь ученики. Очень красавцы. Прямо неписанные. Очень красивые дети. 11 класс. Вика закончила в 2019 году. Ну и будни, праздники. Все здесь, начиная от начальной школы. Также учительница первая. И праздники под гитару. Вот, друзья, чуть маленько отвлеклась к тем приятным моментом, да, поделиться, потому что здесь хранятся эти альбомы, потому что на этом столе, да, в этом столе, потому что прекрасные воспоминания. А, и еще забыла, друзья мои, вот тут вот, когда на ученика года у меня тоже сохранила, когда дочь на ученика года. Это у нас местная газета. Газета «Грани. Одаренные дети». И вот здесь вот про мою Викульку. Прямо вот здесь вот со слезами на глазах. Это концерт на 9 мая. Вот она, доченька моя. Вот она посерединке получается. Вот здесь вот, да, заметочка. Также вот она. Моя доченька, да, здесь. В общем, все, весенний фейерверк. Здесь также дочь участвовала, качество или количество. В общем, с местной газеты «Грани». Также вот это вот все, что касаемо моей доченьки. В общем, постаралась вырезать.
и постаралась, ну, сохранить, конечно, на память. Приятные, вот со слезами, конечно, на глазах. Дети, друзья мои, балуйте своих детей, обязательно балуйте детей, любите своих детей по одной простой причине, что дети растут очень и очень быстро. Вот и доченьки, у нее, понятно, она живет уже отдельно в городе, у нее уже свои интересы, свои друзья, да, мама с папой уже, получается, на втором плане. Любите, друзья мои, своих детей, а я продолжаю убираться, продолжаю расхламлять. Ну, тут уже, как расхламлять, тут уже осталось мне, в принципе, протереть, да, и обработать только все по верхам. Спасибо, друзья мои, что меня смотрите. Продолжаем, видео не заканчивается. Ну вот, друзья мои, подошла к завершению моя уборка на столе. Вот, собственно, что получилось. Переставила я те домики, гирлянду, да, как бы Диман безумно и безумно любит вот эту вот гирлянду. Сейчас вам поближе. Вот эту вот гирляндочку, да, вот этот вот дядюшка Ау тоже безумно ему нравится. Не стала я убирать коробочку, вдруг мало ли что ему еще понадобится, да, вот сложить. Ну и что, розовая, да, пусть, в принципе, пусть остается. Дядюшка Ау, помните, да, сказку? Знаю, что со сказкою люди не расстанутся и друзьями верными навсегда останутся. Помните, да? Такой мультик, кто смотрел? Мне безумно этот мультик нравится. И дядюшка Ау вот прям напоминает вот этот дядюшка Ау. Диман тоже очень любил, пока был маленький, очень любил этот мультик. И безумно это ему нравилось. В общем, все, друзья мои, я все протерла, всю пыль, все. И по верхам, и здесь. В общем, завтра сынок приедет с соревнований, и думаю, безумно будет рад, что столик чистый на и чистейший. Ну и, в принципе, перед вербным воскресеньем, завтра суббота, да, и все будут убираться. На такой позитивной и хорошей ноте мне хотелось бы закончить. А вам, друзья мои, я желаю, как всегда, отличнейшего настроения. Любите и будьте любимы, гармонии в вашей семье, в душе. Продолжение, конечно же, следует. Я с вами не прощаюсь. Я говорю вам только до свидания.